ждут. Вот мы приехали рыбачить, а? Вот. Я снимаю. Packed some bags and we headed west. Thought that it might be the best thing for us. I was thinking about me and all the things that you'd leave behind. Family and a peace of mind. And I got you. Выпало? Выпало. Отцепляй. Кого? Жамки там нет. Пиздец. Так ты же держишь ее. Держи ее крепко. Сейчас сопротивляться будет. Хирургическим путем удалили. Пока по сюда положься. Сколько она? Килограмма 3, да? 4, наверное. 8. Давай ведро. Короче, вот такая лужа осталась, тогда ушла, а здесь покидали, ни хера нету. Такой вот апокалиптический пейзаж. Пойдем, тут вот еще одна лужа. Вот такого плана она. Здесь тоже нихера, хотя она протокой соединяется с тавдой. Сейчас вот оттуда, вот где-то оттуда утки вылетят. Утка с яблоками. Сейчас вот тут пойдем немножко. Сколько мы, не знаю, с шести, наверное, ловим. В общем, там щучек навытаскивали, не знаю, 5-6, наверное. Я одну поймал, эту упустил. Окушков наловили, ну таких сладочек. Нормально, потом покажу. Вот. И все это в одном месте. Ехали мы полчаса, наверное, минут 40 до сюда. Вот сейчас вот сама тавда, вот эта вот протока, она вот так вот идет. Вот
это лужа. И вот само русло тавды. И вот в этом месте мы ловили, вон в той заводе, прямо которая. А вон ребята с лодкой. Один спит, другой ловит. Вот такой вот пейзажик. Речка вообще сильно ушла. Some bags and we headed west. Thought that it might be the best thing for us. I was thinking about me and all the things that you'd leave behind. Family and a peace of mind. And I got you. Вот это наш улов сегодняшний. Кроме одной. Угадайте, какой.